Оперативно и качественно – девиз почтовых отделений нового формата. Система электронной очереди, доступность для всех граждан, удобный график работы. Посетители теперь могут с комфортом оплачивать коммунальные платежи, отправлять и получать письма и посылки. Почтовое отделение нового формата примечательно еще и тем, что здесь реализована концепция открытого пространства. И когда вы даете извещение почтовому работнику, он уходит не куда-то в пустоту, а вы можете видеть весь процесс обработки вашего обращения вживую. Одно из первых комфорт и удобство почтового отделения ценила Елена Лапушкина. Главе города показали новый почтомат, в который можно заказать посылку и получить ее в любое время, даже ночью. А также переносной аппарат для оплаты всех видов платежей. Сотрудники почты могут как приходить на дом к пенсионерам и маломобильным гражданам, так и работать в самом отделении при больших очередях. Елена Лапушкина отправила открытку на адрес городской администрации, чтобы проверить исполнение сроков доставки. Очень удобное почтовое отделение, вы в этом сами сегодня могли убедиться. И, конечно, на это почтовое отделение очень серьезная нагрузка, поскольку находимся в шаговой доступности от железнодорожного вокзала. Огромное количество гостей города, а уж на чемпионат мира, я думаю, здесь будет просто наплыв, в том числе иностранных гостей. В новом отделении комфортно не только посетителям, но и сотрудникам. Для качественной работы созданы все условия. Абсолютно новый план решений, новая модернизация, как их комнат, как рабочих мест, где почтальоны готовят почтовые отправления к раздаче. Комната для питания, необходимое оборудование. 30-е отделение почты – одно из самых посещаемых и самых больших по объему переданной почты. Ежедневно его услугами пользуются больше 700 человек. Такое отделение нового формата стало уже четвертым в городе. Скоро их количество увеличится до 9, по одному в каждом районе. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.